Сегодня у нас 21 июля. Это лагерный пруд у нас, где проходит крещение. Вот пирс старый, в воде весь стоит. Одни столбушки торчат. Вон чаечка уселась на крест. Такая она тоже стройная. Небольшая какая-то. Да. Ну, здесь у нас на садке тоже трудятся. Вот. Вот Маша там огурцы пропала. Вот. Маша, только аккуратно все. Внимательно смотри. Вот она трудится. Сомняку. Вот наши огурчики. Много укропа мы его не истребляем, чтобы можно было в любой момент набрать его. Вот помидоры наши. Вот сестра тут помогает их с братом Никитой. Смотри, подвязывает их. Вот они. Крупные помидоры уже. И еще зеленые. Аккуратненько. Не торопясь. Помогает подвязывать. Так. Вот у них тут водичка стоит. Вот наши бобы. Какие они большие. Вот мой палец. Вон какие бобы. Вот. Да. Тут лук у нас. Здесь вот Рося. Пропало вот у нас арбузы. Ага, посмотрите. Вот этот вот уже какой большой. И полосатый. Да какой он босой-то? Маленький еще. Между прочим, это... Но уже крупный. Это, брось, этот лопух сорви, прикрой его. Сейчас, да. Так точно. А то грачи начинают клевать сразу. Побольше возьми. О, отлично. Морковка. Ну так, да. Спаси Христос. О, сколько тут укропа. Там можно собрать его весь. Можно сушить. А здесь у нас вроде морковка была посажена. Она не взошла у нас. Матушка еще под... Матушка подсаживала ее. Она не зашла у нас вообще. Оля, ну как ты попал? Это лук. А? Нестор, пали. Коля. Сорвал, блин, дышки. Коля старается все равно. Ты под корень бери только, Коля. Угу. Это осот. Сложно колется. А это правда, что у нас будет пасечник? Кто пасечник? Да. Полидова, Нестор. Ты задаешь вопросы, которые не знают ответ. Знаете, что меня сегодня вот Егор покусали. Трудится. Я залез в раздевалку, а там был Оля, и они меня покусали. Ну ты познакомился с ними. Узнал, что такое осы. Да вот. А ты выводил, что-то мы вводим. Пошел, что делать. Что? Случайно срубил эти бобы, ну, бобы, да. И они такие вкусные. А вон еще. Нестор, да. Не скушайся. Я иди. Сказали. Нет, я не бобы хотел. Ну, так, слава Богу. Аллилуйя.